друзья, поделюсь с вами способом, как можно, не заваривая на каждый день, употреблять вот лекарственные травы. Ну вот, многие покупают вот такие вот сборы. Они представляют из себя вот такую смесь трав сушеных. И внутри вот такая рекомендация по приготовлению. Одну столовую ложку сбора залить на 0,5 литра кипятка, настоять 2 часа, процедить, принимать по полстакана 4 раза в день за 30 минут до еды. Четвертый раз перед сном. Ну, я встречал людей, которые и этот способ употребления трав оспорят. Но вот я для себя вот такой способ придумал. Покупаю в Китае вот такие пакетики. Вот они что из себя представляют. Одноразовые ХБшные пакетики с завязочками. Очень крепкие. Цена смешная. И делаю следующее. Набиваю я их травой, чтобы, так скажем, было приятнее употреблять, добавляю немножко черного чая. Набиваю плотненько, травы и чая не жалко, и вот так вот завязывают все они. Ниточки очень крепкие, затягивать можно со всей силы, вот на 2 узла. И, так скажем, беру на работу и на работе. Вместо пакетика чайного завариваю вот такой чай. Очень удобно. Способ несложный. И очень удобный. Из-за того, что вот рекомендованный способ достаточно такой, ну, не очень удобный для всех. Надо траву заварить, процедить, настоять, потом иметь доступ к этой траве, чтобы перед едой выпить. Для работающего человека не всегда это удобно. А вот такой способ, ну, так скажем, вот я для себя придумал и очень доволен им. Думаю, медики и химики, может, и найдут какой-то изъян там. Но меня вполне устраивает. В рекомендации, приложенной к травяному сбору, написано пропорция 1 столовая ложка на 0,5 литра кипятка. Ну, учитывая, что я пью где-то грамм 300-350, кружка моя чайная, вот я кладу 2 чайные ложки с горкой. Ну и немножко заварочки. Заварочки там, например, там пол ложки. Даже меньше получается.
Вот так вот, если поделать, там еще куча места освобождается. Можно еще закупить на травки или чай по вкусу. Так что рекомендую вам вот такой способ. Завязывать лучше на два узла, хоть и один узел не развязывается, но мало ли что. Я обычно вот такую кучку пакетиков на работу несу. У меня там в коробочке отдельно лежат они в столе. Мало ли там сжал, надавил что-нибудь. Лепнуло. Так что лучше на два узла завязывать. Развязывать точно никто не будет. Это пакетики чисто одноразовые и, так скажем, второй раз смысла их нет использовать. Такое ощущение, как моторкой с макрушкой набивают. Рекомендую все это делать на тарелочке, потому что все рассыпается все. А потом с тарелочки также ложечки собрал, очередной пакетик ссыпал. Так, еще одну хитрость вам скажу. Не все травы поступают в продажу мелко размолотые. Видите, у меня сбор какой-то. Сейчас я вам покажу. Вот. Сейчас свет включу, чтобы... О! Видите, какой. А есть, где прям большие палки попадаются, ветки, листики крупные. Так что я рекомендую вам в блендере крупную смесь в блендере размолоть, чтобы удобнее было раскладывать по пакетику. Так скажем, в последний пакетик можно вот так вот сделать, собрать. Да, нежные мужские руки не очень приспособлены для таких тонких работ. Иногда нервы не выдерживают, но ничего. Вот, если положили, видите, полный он, чай не умещается. Вот так вот несколько раз. Раз. И вон сколько места освободилось. Переборщил. Но все равно вот эти волшебные движения очень помогают уплотнить пакетики. Вот, был полный сверху, а сейчас можно уже спокойно завязать. Вот такие вот мешочки получаются. Очень удобные для заварки, для переноски, для хранения. И можно даже
человеку, который работает, спокойно брать на работу и заваривать нужные травы. Ну все, здоровья вам, всех благ. Спасибо за внимание.